Одинцовские госавтоинспекторы провели акцию «Безопасный двор». Дорожные полицейские напомнили взрослым и детям о правилах безопасного поведения во время прогулок. В частности, рассказали о том, что во многих случаях причиной ДТП с детьми во дворах является неожиданное появление ребенка из-за припаркованных машин. Родители должны постоянно находиться рядом. Также участникам акции напомнили о пользе и необходимости ношения световозвращающих элементов и вручили памятки с полезными рекомендациями.